Всем привет, с вами Михалыч. Вот, друзья мои, это вот фрагмент вытяжной трубы от котла Баксы газового. Вот это все вышибло, вот эту разобрало нафиг, вот сейчас вот клепаю заново из двух половин, пытаюсь восстановить, поскольку котел достаточно старый, и конкретно для него что-то я не нашел новую вытяжку. Приходится все это, скажем так, реанимировать. Погнуло еще саму там внутреннюю вот эта вот труба, которая идет тут. Вот, снял я отсюда вот этот фрагмент, эту трубу, да? Смотрите, что тут понаделало. Уши завернуло ей по полной. И с этой стороны, ну, здесь немножко здесь выправить можно. Вот эту вот штуку тоже прошибло. Казалось бы, диэлектрик. Но напряжение сумасшедшее. Так что все это дело раздолбало по полной программе. Будем лечить. Прям, я не знаю, прям силища какая-то сумасшедшая. Все разбросало, вырвало все трубы. Все. Все, что можно, все сломало. Электрику позамкнуло все. Сейчас я вам покажу, что у меня там было. Да, кстати, я считаю, что вся причина в том была, что котел был заземлен. Вот если бы он был не заземлен, мне кажется, туда бы молния не попала. Ну, пойдемте, я вам покажу, что и как. Ну вот смотрите, попала вот в эту вот трубу. Она находится на крыше. Вон, ты, кстати, не мешайся. Пес помогает мне тут. Вон тут фрагментик. Всего-навсего торчок. А рядом, видите, здоровенная труба, она не заземлена. В нее не стукнуло. Стукнуло именно сюда. Прошло. Да, рядом тут, видите, вот антенна здоровенная стоит. Заземление с этим. Вон заземление идет. Дальше идет там столб рядом. Вон там видно за домом, да? Вот. Тоже с заземлением. Как громоотвод своего рода. Нифига, нет, ударило именно сюда. Береза здоровенная. Так что молния эта штука очень избирательная. Здесь мало того, вот этот вот металлический был, прошибло. Тоже вон видно, да? Разворотило эту пластмасску, раздолбало. Здесь сейчас вот занимаюсь восстановлением. Здесь эти трубы я уже восстановил, но позже вы увидите, как было в реальности все. Так, сейчас я тут свет включу. Вот там вон внутреннюю трубу, ее тоже края позагнуло, если вам видно отсюда что-нибудь, хотя вряд ли тут чего видно. Ну, здесь я уже все повосстанавливал, это дело. А теперь смотрите, что было изначально. Ребятки, только что прошла гроза. Молния долбанула в мой дом. Вот дыру видите? Это выход из газового котла. Смотрите, что еще здесь. Вырвало трубы. Видите? Мало того, наверху, видите, вот вытяжка, все валяется здесь. Вот эту рогбилку не могу вытащить вообще, припаялась. Здесь тоже все черное с той вилки. Вот. Понятно, да? Какого будуна, непонятно, каким образом все это дело работает. Далее. Вот если сверху посмотреть, вот она, видите, вот эта вот маленькая труба, это вытяжка, вот слетела с нее шляпа эта, как там, куда долбанула, тоже не пойму, электропроводку, здесь вот коротнула ее, мало того, что здесь, вот здесь, с какого бодуна,
выключатель вырвало. Видите, что происходит? Это вообще, блин, ужас. Такого я никогда не видел. В бане. Но не знаю, будет ли там что видно. Трубы повырывало. Видите? Вот они торчат. Это система отопления. Здесь у циркуляционного насоса крышку сбило. Здесь трубу вырвало тоже. Видите, как? Каким образом? Так что, ребятки, молния эта штука очень серьезная. Ну, плюс ко всему, плазму мне телевизор захреначило. По мелочам тут всего-всего-всего. Друзья, заземление котла, вот видите, вот сейчас здесь под розеточкой, вот этот вот кабель я его отключил. Отключил. Именно, да, там за этим у меня, ну, классический треугольник вот под этим настилом, да? И там заземление, с ним все это дело соединено. Я вас бы попросил, мне очень нужна ваша помощь, поскольку сам до конца все-таки разобраться не могу. Надо ли заземлять котел или не надо? Вот поймите меня правильно. Все ваши комментарии, в общем-то, мне бы пошли очень на пользу. Всем благодарен заранее. Давайте решим эту проблему вместе. Всем всего доброго.